История итальянского океанского лайнера SS Rex. Первоначально лайнер был построен для итальянской судоходной компании Navigazione Genel Italiana под именем Гильермо Маркони. Позже компания слилась с другой под названием Lloyd Sabaudou и сформировалась новая Italia Flattery Unite. Лайнер был спущен в 1931 году. После успешного захвата севера германским Ллойдом и его двумя лайнерами Бременом и Европой голубой ленты Атлантики, компания Italian Line построили Rex для той же цели. Среди серьезной конкуренции со стороны других компаний провела очень привлекательную и полную энтузиазма рекламную кампанию для двух своих крупнейших лайнеров – Rex и Conte di Savoia. Оба корабля получили название «Ривьера на плаву», чтобы еще больше развить особенность лайнеров. В их открытых бассейнах был разбросан песок, создавая эффект пляжа, подчеркнутый разноцветными зонтиками. Rex был оформлен в классическом стиле, в то время как нормой того времени был ар-деко, премьера которого состоялась на борту судна Île-de-France французской линии в 1927 году. Судно Conte di Savoia следовало этому правилу, но у него также были комнаты и в классическом стиле. Лайнер Rex имел длинный корпус с умеренно наклоненной носовой частью. Он был окрещен в 1931 году в присутствии короля Виктора Эммануила III и королевы Елены. Была попытка совершить рекордное первое плавание, которое не увенчалось успехом. Rex покинул Геную 27 сентября 1932 года, но во время выхода из Гибралтара двигатели корабля вышли из строя, после чего был ремонт, который занял 3 дня. За это время половине пассажиров было предложено достичь берегов Германии и на судне «Европа» отправиться в Америку. Прибыв в Нью-Йорк, пассажиры «Европы» увидели, что Rex уже был у пирса. Также понадобился длительный ремонт и в Нью-Йорке, перед возвращением в Италию. Он прибыл в Геную 26 октября 1932 года, совершив свой первый переход с запада на восток за 6,5 дней. В августе 1933 года лайнер Rex выполнил обещание своих конструкторов и завоевал голубую ленту на пути к западу за 4 дня и 13 часов со средней скоростью 28,92 узла. Этот рекорд продержался до 1935 года, когда он был захвачен лайнером «Нормандия». 12 мая 1938 года. Демонстрируя военно-воздушную мощь США, 3 бомбардировщика B-17 армейского авиационного корпуса перехватили Rex на расстоянии 1100 км в море, что стало широко разрекламированным событием. После начала войны судно и Rex и граф Савоя продолжали регулярные круизы по Средиземному морю, как будто события на севере их совершенно не затрагивали. В итоге итальянские лайнеры оказались в числе последних судов, торгуемых на коммерческой основе. Их рейсы прекратились весной 1940 года, и они были возвращены в итальянские порты на хранение, а Rex стоял на приколе в Генуе, но после того, как город подвергся бомбардировке, компания решила перевести его в Триест. Чтобы предотвратить использование лайнера немецкими войсками для блокирования входа в гавань, Rex перевели недалеко от Пулы, где он простоял некоторое время. 6 сентября 1944 года лайнер Rex был замечен на буксире к югу от Триеста пилотом Королевских военно-воздушных сил и показал небольшой крен. 8 сентября 1944 года он был атакован в заливе Каподистрия, ныне Капа в Словении, 12 истребителями Beefeater в сопровождении 9 североамериканских самолетов Mustang. Он накренился и загорелся после попадания 59 ракет и многочисленных артиллерийских снарядов. Вторая атака, проведенная позже в тот же день истребителями Beefeater, привела к тому, что он перевернулся и затонул на мелководье. В 1946 году официальные лица итальянского пароходства предложили спасти Rex и снова ввести его в эксплуатацию. Однако он был потоплен в части гавани, которая была отведена Югославии, что заблокировало любое восстановление.
Останки «Рекс» — это около трети корабля, включая двойное дно, котлы и двигатели, которые находятся у Словенского побережья. Остальное было разобрано на металлолом местными властями в 1950-х годах. С 1954 года, после формальной аннексии зоны в свободной территории Триеста в Югославии, якорь, якобы принадлежащий «Рекс», был выставлен на площади Конгресса в столице Словении Люблине, чтобы символизировать поражение фашистского экспансионизма. Хотя утверждается, что этот якорь не относится к типу дредноута, который был у лайнера. Победа «Рекс» ознаменовала пик культурного развития Италии, постоянный источник вдохновения и национальной гордости. В 1963 году ПОО «Нестроу Азуру» был назван в честь голубой ленты, которую выиграл «Рекс». «Нестроу Азуру» означает «голубая лента» на итальянском языке. Корабль был показан в фильме 1973 года «Амаркорд».